Clues down! Catch some wind! Lay aloft and loose those men! Упс, надо было починить, наверное, корабль-то. Так, это меня стреляет? Меня так и разбить могут? Нет, не в меня, музыка не играет, так что... Это кто-то там другой сражается. Там есть дерево и сахар, но, естественно, не выдержу битвы с ним. На всякий случай. Ткани и ром, ну его в жопу. Эй! Эй! Он пропал! Из виду! Где он? Он утонул? Окей. Ой, черт, мне же надо все равно в любом случае похилиться. Мне надо похилиться. А где я похилюсь? А надо разломить, когда кончишь шхуну. Так, это фрегат. Блин, ну тут только большие корабли. Блин, правда, там дерево есть и сахар. Шхуну надо уничтожить. Наша британская, да? О, фак. Нет, там большой корабль, который может битву начать со мной. Ну, значит, кораблю придется... форту, точнее, придется подождать. Придется проплыть мимо. И поплыть сразу сюда. Если никого не найду по пути. О, черт, еще шторма мне не хватало. Замечательно. Ну это просто плюс. Большой. Огромный. Идти со сломанным кораблем в шторм. А, я, наверное, просто переплыл границу? Нет, не переплыл еще, странно. Сраная непогода. Так, то надо взять курс другой. Возьму сюда вот. Фрегат. Вот брик, конечно, можно взять. Нет, мне все равно силёнок не хватит. О, фак. Вот дерьмо. Воу! Пронесло. Вонючая волна. Там кто-то разбился, что ли? Его разбило... Да. Титаник. Почти. Черт. Это максимальная скорость, жопа. Ветер, ну придай мне сил. О, ветер. О, скотина. Лучше бы шхуна мне придала каких-нибудь сил. А мне интересно, как они чинят при помощи нее. Они приматывают кораблю, что ли? О, фак. А там еще и отличные, и вражеские воды, потрясающе. Ладно, попробуем на скорости уйти тогда. Или просто без палева уйти. Ой, я могу на абордаж взять, отлично. Пойду-ка я на абордаж взять, брать. А чё там хоть? Ткани и сахар. Ну мне подлечиться надо, извини, шхуна.
Ой, тут просто море шхун. Так, здесь дерево. Так, нет. Нет, сначала нужно подлечиться. Фак, да вы шутите, что ли? Все, отвалите. Да как так-то? Ладно, пришло время мне взбираться наверх. Прыгну на кого-нибудь. Чувак, не мешайся. Ей! Чиним галку! Галку чиним! Форт штурмуем! Там еще кто-то, по-моему, рот разевал на меня. Да? Да? Кто-то разевал рот на меня? Ой, смотрите. Фак. Охереть. Ну вот! Ни хера себе у них зона поражения, вы это видите? Я не смогу починиться, тут просто большое, очень большое количество. Да. Нас сейчас не должны задеть. Да, спасибо. Узаконенный чит. Фак. Блин, опять четверо только. Постоянно одного не смогу, не могу добить. Фак. What the f... Что это было? Забавно. Ну, форды посложнее пошли. Тот форд был легкий, да. Сколько этих странных шкут здесь было, а? Пога, надеюсь, мне сейчас две единицы здоровья восстановит. Так, какие... Ну, быстрее! О май гад! Вы посмотрите на это! Ни хера себе зона поражения! А, у меня нет партийных ядер, так что я сваливаю отсюда. Ни хера себе зона поражения. Меня кто-то преследовать пытается, что ли? Дерево и сахар, ну и пошел вон. Уродство. Блин. Все мортирные ядра где-то просрал. Вот же отстой. Отстой! О, дерьмо. Фрегат 29 уровня. Да пошел ты. Ты мне не нужен. Ты мне не нужен, я тебе тоже. И ничего ты сделать не можешь. Ах ты лошьё такое, поворачиваешься. Я же сейчас сдохну. Я же сейчас сдохну, если ты меня увидишь. Ловно козлы мы стали друг другу. А пошел ты, пусть между нами будет сраная вьюга. Окей.
Я хочу такой фрегат. Не, ну, конечно, может быть, смогу его уделать, конечно, но... Ага, горбатый кит. А где я его увидел? А, он поворачивается, сейчас заметит. Все, я вышел из вражеской зоны. Воу! Мне кто-то стрелял, что ли? Так, лучше здесь ни на кого не нападать. Так, я просто проплываю и еду мочить кита, так что вы не думайте. Есть гарпуны-то хоть перезаряжаются автоматически? Я 300 раз уже видел. Я удерживаю круг, ничего не происходит. Ну, спасибо большое. Где он? Ха-ха! Китяра? Где он? Я его не вижу. It's the head before he snaps that tail. Stung him. А я подумал, что он уже убил. Козел. Ну что теперь? А уродец. Да как промахнулся-то сейчас? Вот так тебе в задницу, скотина! А кожа горбатого кита мне для чего нужна? Все равно он милый. А я его убил. Так. Это же была кожа горбатого кита, да? Окей. Ага, она нужна для, как раз для кобуры нужна. Наконец-то. Ладно, в Blue Kingston. Новая локация. Я смогу починить корабль. И так далее. Или это не Kingston? Господи, нихера себе, какой Kingston большой. И там еще дофига всего нового есть. Ну, естественно, я сначала выполню сюжетные задания. Естественно. Как я долго до него плыл, а? О, да! Кингстон! Кингстон получит меня под жопе. Под жопе? По жопе. Первое, что надо сделать, это... Ни хрена себе, сколько здесь всего! Починить корабль. Нет, не корабль починить. Нет, починить корабль, набрать ядра и так далее. Ага, вот и он. Do you require my services? Я-я, сеньор, я-я! Продажа грузов, да, естественно. Сахар. Забирай весь нахер, не сдался. Ром забирай. Он тоже нафиг не нужен! Дальше. Дальше. Может, что-то ты мне заберешь? Может, кожу ревуна заберешь? Она нахрен не нужна, шкура ревуна. По-моему. Не помню. Может, и нужна. Проталчи. Так, почини корабль. Целых 121 реал. Обалдеть.
Ага, я могу улучшить еще раз корпус. Не хватает древесины. Улучшим. И я все деньги же просрал на это дело. Теперь нужен металл. И, о боже мой, 750 единиц древесины. Пушки. Мощность книпелей. Блин, дороговато. И мортирные ядра тоже тогда, пожалуй. То есть сейчас ткани ни для чего не нужны? Ткани не нужны ни для чего, значит. Похоже. Да, металл и древесина. Ткани можно продавать. А мне их просто до жопы. Хотя, подождите, может быть для этого нужен... Да, вот здесь ткани нужны. Паруса с красными полосами, изорванные паруса. Так они все стрёмные. У меня сейчас стоит. У меня, по-моему, алые паруса стоят, особый штурвал. Ну, плевать, тогда я не буду продавать ткани. Сколько нужно ткани, чтобы все купить? 400... Вау. 500 единиц металла на сраный штурвал. Штурвал из металла. Вау, чё, серьезно? 900, 1200, 1350, 1425. Нам нужно 1425 единиц ткани, чтобы все купить. Мне лучше боеприпасы давать. Мортирных ядер особенно надо побольше. Тяжелые ядра я почти не использую, так что... Не страшно. Здесь тоже ничего не нужно. О, да! Я бы хотел левел своего корабля посмотреть. Но, видимо, я крут. Он сказал «Go gay», сам ты «Go gay». Так, по пути что у меня есть? Ну, естественно, это потом. Ладно, раз по пути точка обзора, то тогда точка обзора сначала, потом задание. Хотя лучше все сначала синхронизировать, потом задание выполнять, но... Сегодня день для риска. Подходит как раз. Так что самое время... Распаковывать торт, у которого истек и срок годности. И прыгать с пятого этажа. Да, я всегда так делаю. Чё? Что? Кто? Как он мне попал? Ладно. Огуречки доставать. Так, это что, запретная территория, что ли? Да, мне нужны девчонки. Не знаю почему, но я захотел его убить. А чего они запрещали мне туда зайти? Заходить, точнее. Не знаю. Неважно. Самое время доставать огуречики. Макать их в сметанку. Запивать все это дело пивком. Смешивать коньяк и вино. Причем вино самое дешевое из картонной коробки. Что тоже достаточно... Да ты что издеваешь? Какого хрена он сейчас упал? Кривожопый ковнюк! Направо. Они сделали прикольную для того, чтобы взорваться локацию. Место, точнее. Постройку. Вау. У разработчиков неожиданно появился талант в плане геймдизайна. Не ожидал. Думал, они могут только пилить постройки для того, чтобы. Для которых
для взбирания, на которую нужно зажать всего лишь две кнопки. Ну, в прошлых играх 4 или 3, но в этих играх они уж совсем до двух кнопок опустили, ведь это так интересно. Да, самое время проходить доту в два окна одновременно с Майнкрафтом и смотреть видео, допустим, PewDiePie. Да? Экстрим! Возможности тупеть просто увеличивается в разы в этот момент. Не, просто меня срать на самый крайний случай, когда ничто не помогает. Так что... Я могу убить сейчас двоих сразу. Так. Как убить двоих сразу? Я хочу убить двоих сразу. Почему я не могу убить двоих сразу сейчас? Двойное убийство хочу. Почему игра не подсвечивает мне и для двойного убийства? Она не подсвечена, ну ладно. Видимо, это так здесь работает все. Так задумано. Так за основу взято! А что ты можешь мне предложить? Хотя там такая клевая музыка была. Ничего ведь, да? Как обычно. Да, все одно говно. Ну, можно офицерские рапиры взять, естественно. Но вдруг мне что-нибудь выдадут покруче, а я возьму так деньги просру ни на что. Кстати, а, ну это у меня... А, нет, хотя надо взять там дротики, все такое. Может, через задержки появилась новая, нет? Один отстой остался. Окей. Это тоже не буду брать, пока у вас тики не появятся в продаже. Да, конечно, я это хочу продавать. Arrivederci. Arrivederci. I'm like Ezio Auditore da Firenze. Request in pace. My stupid friend. Он, наверное, внутри этот. Этот кто? Этот артефакт? Что ты делаешь? Оу, это как? Ну... ОМГ. Что я делаю? Что? Эдик, хватит! Хватит! Что ты делаешь? Эдуард! Тебе твое это имя подходит просто по полной программе. Следующего должны звать Василий. Так, ладно, я пошел, пожалуй, миссию начну. И всего тут три в этой главе. Я никак не могу их начать.